На протяжении уже 8 лет сеть стоматологических клиник Unident оказывает ряд качественных услуг, о которых мы и хотим вам рассказать. Проводником в мир стоматологии сегодня станет Ибрагим Османов. Врач-дантист свою практическую деятельность начал 13 лет назад. За годы работ сталкивался с различными сложными ситуациями. Заметил и характерную тенденцию заболеваний, зависимую от времени года. К примеру, весна и лето характеризуются нарастанием кариозных процессов. Все нормально, эмаль здоровая, пародонт здоровый. Вот пошел кариозный процесс. Он захватывает в начальной стадии только эмаль. На второй стадии он захватывает вот уже нижележащий дентинный слой. На третьей стадии он уже после дентина начинает захватывать пульповую камеру с сосудисто-нервным пучком. Когда уже и эта стадия пошла в некрозе, у нас уже возникает периодонтит. Но вот только если откладывать поход к стоматологу в долгий ящик, могут развиться осложнения. К примеру, вовремя нелеченный кариес может привести к развитию периодонтитов, развитие которых зачастую обостряется с наступлением холодов. То есть воспаление уже периодонтальных тканей, то есть тканей, которые окружают зуб. Это у нас бывает обычно в народе называется флюс, надуло. Это вот эта стадия. Вот с этой стадии в основном уже приходит при похолодании на улице. Заметный дискомфорт у человека вызывает и отсутствие даже одного зуба. Но и у этой проблемы теперь есть свое решение. Ибрагим Османов говорит, что огромную популярность сегодня набирает имплантация зубов. Суть метода заключается в том, что искусственный титановый корень ввинчивается в кость на место отсутствующего зуба, на который впоследствии и фиксируется коронка. Как мы видим на модели, отсутствуют центральные, боковые и жевательные зубы. Имплантами мы можем восстановить дефекты зубного ряда без обточки и повреждения здоровых соседних зубов. Дискомфорт на протяжении всей жизни могут создавать и неправильный прикус, щели между зубами или наоборот, тесно расположенные зубы. И если раньше они вызывали психологические комплексы, а порой были препятствием построения карьеры и личной жизни, то в современное время все эти дефекты также исправимы в клинике Unident. Потрясающие результаты демонстрирует и косметологическая стоматология, включающая отбеливание и реставрацию зубов. Но чтобы избежать таких осложнений, необходимо с раннего детства ухаживать за полостью рта. Маленьким пациентам, а еще и их родителям, врач-стоматолог дает свои рекомендации. Учите детей чистить зубы с детства, следить за ними, выявляйте, смотрите, не запускайте. Многие ошибочно считают, что молочный прикус, он типа сменится, но молочный прикус также влияет и на развитие постоянного прикуса. Так что следите и не забывайте об этом тоже. Патологический страх перед посещением стоматологии свойственен многим людям. Но врачи успокаивают своих посетителей. Современные технологии и оборудование, установленное в стоматологиях Unident, сделает ваше времяпрепровождение в клинике лишь в одно удовольствие. Обратиться к специалистам вы сможете по адресу улица